поездка на автобусе К от арки главного входа северной петли до арки главного входа южной петли. Для себя снимаю. Это дом для более чем 100 животных самых разных видов.
Все животные контактные и общительные. У каждого свое имя, характер. И здесь им очень хорошо, поверьте. Следующая
остановка парк Остапкино. В парке проложены велодорожки и специальные тропы для конных прогулок. Оборудованы площадки с тренажерами, открыт круг с фонтанами, лодочная станция, танцплощадка. Каждое третье воскресенье месяца в театре сказок проходят спектакли с сурдопереводом. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте vdnh.ru. Ваша администрация со мной едет на вечер. А можно вот весь вот притормозить? Вот это страшно. Спасибо вам большое. Вообще как-то лайт версии никого не было. В один день 533-ю запустили и опять нету. Остановка театр сказок. Следующая остановка – арка южного входа. Выставка достижений народного хозяйства ВДНХ – самая крупная в мире выставка и одна из самых посещаемых. Сегодня общая площадь ВДНХ составляет более 300 гектаров. Совсем скоро на выставке откроется парк аттракционов «Орион». Остановка здесь остановите, пожалуйста. Арка южного входа. Спасибо. А через арку южного входа можно пройти к самому большому в Европе колесу обозрения «Солнце Москвы». Или работает, или не работает. Это
сразу. Спасибо. Хорошего вам дня, удачи. Итак, это была поездка на автобусе К от арки главного входа северной петли до арки главного входа южной петли. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.